На кадрах видно, как из окна одной из многоэтажек на Донской выпадает заигравшаяся на подоконнике кошка. Несколько десятков секунд она, карабкаясь на бельевой веревке, безнадежно пытается спастись. Давай, падай, падай. Все это снимает на камеру мобильного девушка, а ее друг уже приготовил раскрытую сумку для спасения кошки, куда она после того, как сорвалась, удачно приземлилась. Боже мой! Так, и куда теперь? Я не знаю, ну ты вообще дура!